Сейчас мы с Лабушкой выгуливаемся. Ну, каждый вечер я с ее выгуливаю, да? Да, красота моя? Все, Лабушка у меня свободна от оков, свободна от этого кокошника. Но еще раз говорю, дорогие подписчики, почему я ее держала до последнего в кокошнике. Сегодня я ее перевожу в новый вольер. Тот вольер, в котором она сидела, там и железо, и сетка, ну, хотя и усиленные, но, еще раз говорю, собака очень серьезная, поэтому она могла вскрыть вольер на раз-два. Поэтому я для подстраховки тоже как бы и оставляла этот кокошник, потому что в кокошнике она, ну, не достанет просто до сетки. Ну, сейчас она у нас свободна, и она уже даже увереннее чувствует себя. То есть я сняла кокошник, она уже начала там на всех тут, гляжу, и полаивать. Ну, вот сейчас у нас Лаба. Я, конечно, очень рада, что мы спасли ей лапку. Это надо было, конечно, ну, очень сложно было представить, что бы было, если пришлось ампутировать лапку. То есть, ну, тем более переднюю. Конечно, это жестокое, жестокое наказание хотели ей. Да сделали жестокое наказание. Если бы не заметили люди, если бы не заметили, ну, как бы говоря, мы. Вот все. Вот теперь все сейчас будет лежать. Лабай! Травки. По травке соскучилась. Ну ладно, ладно. Давай, моя красавица, сейчас пойдем уже домой.